Называется так, потому что у нас проходят чемпионаты по пляжному волейболу, пляжному футболу, параллельно с забавами, пула, ходьба на ходулях, стенка на стенку, погонять вокруг столбика, вот это вот забавы. Также проходят мастер-классы, в частности, третий раз подряд у нас проходит мастер-класс по стрельбе из лука. В марте этого года. Итак, давайте посмотрим, что же это такое за фестиваль. События в 2016 году, дата? Даты точно нет, но это начало июля 2014 года. Будет это связано с работой Федерации парусного спорта и парусного спорта России. Да. Большое спасибо. Еще вопросы экспертов. Работает тоже? Да. Скажи, пожалуйста, а от каких видов состязаний, если у вас квалификационные соревнования, имеются те соревнования, по которым Федерации присваивают спортивные разряды и звания, вы не обратили? Значит, у нас квалификационных соревнований пока нет. Потому что нет сертифицированной трассы, как вы сказали, но она будет построена. Замечательный день! Добра, мира, счастья, любви, быть любимыми и его родимыми! С праздником, земляки!